Доброе утро, Полтава. Сегодня 7 апреля 2017 года. Доброе утро, Сергей Станиславович. Доброе утро. Что у нас? За вчерашние сутки у нас два сообщения о чрезвычайных происшествиях. Оба сообщения о пожарах. На Героев Сталинграда 28 горел мусор на площади 20 метров квадратных. Ну, этот мусор, эта куча мусора находилась возле дома. Скорее всего, что просто неосторожное поводжение с вогнем. И проволок Марка Вовчка горел жилой дом. Хозяйка 56-го года рождения, большие убытки, повреждены вещи ее, площадь крыша на площади 30 метров квадратных, входные двери и электросеть. Их тоже выясняют причины возгорания. По коммунальным службам у нас все в принципе так же остается, как и было. Три дома по газу. Великотеремская 20, Европейская 24/42 и Евгена Сверстюка 21, 16 квартир по вытоку газа, который был отключен 3 апреля. Значит, еще по коммунальным службам сегодня у нас тяжелый день, но субботников будет проходить в пятницу. Основное, скажем так, мероприятие выводят управление освиты, выводит в 12 часов культура, освита и медицинские учреждения выходят в парк Победы. Освита — это школьники или студенты? Я думаю, что в том случае будут работать школьники и работники управления. Старшеклассники. Да, значит, ну, большой объем работ. Планируешь. Ну, я уже слышу, у вас подготовительный этап идет, да, краска, побелка. И краска, и побелка, очень много сегодня работы, надо сегодня максимально все выполнить и при этом еще подготовить на завтра, потому что завтра тоже будет проходить много, скажем так, мероприятий, тоже будут проводить акции, и завтра планируется тоже основная, которая будет проходить акция, это будет убирать прибрежные зоны Ставков на Садах 2, Садах 1 и на Луневке. А кто это планирует? Ну, это планирует область проводить, но пока, в принципе, еще будем уточнять информацию, надо организовать технику. А звонили вам, технику уже заказывали какую-то? Да, работаем в этой, скажем так, в этой области, то есть, ну, сейчас... В связи с огромным количеством работ мы стараемся так, все заявки мы записываем, по мере возможности даем. То есть, чтобы больше двух дней то, что нагребают, скажем... Чтобы оно не залежало, да, чтобы не произошло то, что произошло вчера с пожаром. Да, да, да. Поэтому, тем более, что обещают нам, ну, на сегодня, по крайней мере, стоит у нас дождь по прогнозам. Кстати, по прогнозу погоды, плюс 16, плюс 18 градусов, днем обещают небольшой дождь, возможно, град. Но там, где я смотрю, дождя не обещалось, но будем смотреть, кто из вас прав. Ну, наши полтавские синоптики передают, поэтому склонны им верить, их прогнозы в основном сбываются. Ну что, самое главное, не полите мусор. Собрали, аккуратненько заскладировали, давайте немножко подождем, пока вывезут. Все? Да. Всем удачи! Хороших субботников!